Это же сын. Это же человек уставший, уже спать хочет. Да. Сейчас будем тебя одевать и спать относить. Хотела вам показать, мы были на фотосессии, когда вот во вторник, да, и я покупала детям одинаковую одежду, тут я Сэмми как комплект покажу, у Фила он с собой его забрал, я ему положила, поехал уже к бабушке с дедушкой, уже скоро вернется, вот, на всю неделю уезжал, должен был вернуться в воскресенье, но из-за всех этих мировых новостей, скажем так, все самолеты поотменили, и только на поезде едут, вот во вторник они приедут, завтра. Купил одинаковое им все, чтобы были похожие в одной цветовой гамме. Вот такие вот два свитшотика было с Микки Маусами. По качеству, честно, мне, ну, не очень. Хлопок, но они такие жестковатые чуть-чуть. Не знаю, может быть, после стирки будет уже получше. Два таких вот, двое таких штанишек взяла. Сэмми какой-то 68 размер. Кофточка, штанишки, все, я взяла уже 68. Мне понравились по качеству эти хорошие. И вот такие вот леггинсы тоже. Все постирано, еще не гладила толком. Тоже 68 размер. Тоже мне очень нравится. Понравились эти вот леггинсы тоненькие. И у Фила точно такие же. Хотя я Филиппу взяла 98. Привет. Ему, мне кажется, штанишки великоваты чуть-чуть на вырост. А вот свитшотик ему прям впритык уже. Хотя размер одинаковый. Уложила я Самуила спать уже, потому что он что-то раскапризничался. Я взяла себе вот такой вот свитерочек, размерка S-ка, вот с такими вот разрезиками по бокам. Вот такой свитер у меня был еще. Вот в нем, кстати, я и была на фотосессии. Тоже размер, это вообще XS, ну, укороченный такой вариант. И была вот в этой футболке, это бифри. Не знаю, у меня с бифри практически все футболки. И платье, особенно платье, потому что в остальных магазинах как-то, не знаю, неудачно. Мне самое любимое это бифори именно по платьям. И футболка качества хорошего. И такие штаны. Вот, они как бы длинные такие. Не знаю, со штанами у меня в последнее время не очень как-то. Потому что все, что я беру, мне обычно потом становится великовато. Видимо, вытягивается, либо я худею, не знаю. Не знаю, что с этим поделать. Вот. Ну, такие у меня покупочки были. И еще я хотела вам показать кое-что, что мне пришло. Должно было уже давно прийти. И пришло только вот недавно. Вот такая красота ко мне пришла. Это, если кто не знает, это такой диффузор керамический. Он идет вот вверх, у него из керамики. Я очень давно на него смотрела. Никак не могла выбрать это с Алиэкспресса. Дошла посылка, в принципе, довольно-таки быстро. В течение месяца, наверное. Тут есть несколько режимов, чтобы включать. Непрерывные, прерывные. Час и 3 часа, чтобы она работала. Но, в принципе, я на ночь включаю, мне хватает, наверное, на полночи. Я туда капаю аромамасло. У меня последнее осталось, это с лимоном. Но надо заказать еще несколько других видов. Хочу лаванду и, не знаю, может быть, апельсин тоже, чтобы свеженький такой был. Но посмотрим, хочу выбрать тоже и уже сюда капать, чтобы дома аромат был. Если кто-то приглядывается, обязательно посмотрите. Я оставлю ссылку именно вот на Алиэкспрессе. Качество очень хорошее. Там есть несколько вариантов цветов. Упаковка тоже в хорошей упаковке она приходит. Я покупкой очень довольна, так что рекомендую, если кому-то нужно будет такая вот вещь. И, кстати, там еще есть вот эта вот полосочка внизу, она подсвечивается. Но когда ее включаете, можно выбрать даже цвет, какой будет. Так что я наконец-то счастливый обладатель такой штучки. Хочу еще купить просто увлажнитель воздуха, потому что у нас сейчас вроде уже на улице тепло, но отопление мы еще не выключаем, и воздух суховат. Я заметила, что становится очень сухой воздух, и думаю приобрести себе именно увлажнитель такой, который побольше, чтобы он на постоянной основе работал. Ну, не знаю, актуально это будет, не актуально, когда он придет. Может быть, уже совсем тепло будет, и будем уже чаще окна открывать. Ну, посмотрим.